Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте. Выполним задание номер 219. Требуется вычислить устно. Пример под буквой А. 43 умножить на 16 плюс 43 умножить на 84. Мы можем воспользоваться распределительным свойством умножения относительно сложения. Так как 43 у нас есть и там в качестве множителя, то мы 43 умножаем на скобку 16 плюс 84. 43 умножить 16 плюс 84 – это 100. И получаем 4300. Далее B. 85 умножаем на 47 плюс 53 на 85. Здесь уносим 85 на сумму 47 плюс 53. В скобках получаем также 100. 85 умножить на 100 – 8500. Далее В. 54 умножаем на 60 плюс 460 – на 6. Здесь надо сначала преобразовать. Чтобы было число 60, нужно этот нолик забрать вот сюда. 54 умножить на 60 плюс 46 умножить на 60. Получаем 60, оставляем здесь. А в скобках будет 54 плюс 46. Это 100. 60 умножаем на 100. Получаем 6000. Г. 23 умножить на 320 плюс 230 умножить на 68. Так, опять-таки этот нолик отдадим сюда, получим 230. То есть отдаем 1 десяток умножить на 32. Плюс 230 умножить на 68. 230 оставляем. А в скобках 32 плюс 68. То есть нужно 230 умножить на 100. Получаем 23 тысячи. Далее D. 62 умножаем на 16 плюс 38 умножаем на 16. 16 можно вынести. Получаем 62 плюс 38. Это 100. Значит, 16 умножаем на 100. Получаем 1600. Далее Е. 85. Умножаем на 44 плюс 44 умножить на 15. Мы видим здесь общее число 44, значит его умножаем на сумму 85 и 15. Получаем 44 умножить на 100. Это будет 4400. Ж. 240 умножить на 710 плюс 7100 умножить на 76. Итак, 240 умножить на 710 оставляем также. А вот здесь мы видим 1 десяток нужно отдать этому числу. То есть плюс 710 и умножаем уже на 760. Что мы видим? Теперь 710 и здесь можно вынести его за скобку. А в скобках остается 240 плюс 760. 240 плюс 760 – 1000. Значит, нужно 710 умножить на 1000. Получаем 710 тысяч.
И последний z. 38 умножить на 5800 плюс 380 умножить на 520. Этот нолик нужно отдать сюда. 1 десяток отдаем первому множителю. Получаем 380 умножить на 580 плюс 380 умножить на 520. 380 выносим. У нас остается 580 плюс 520. То есть нужно 380 умножить на 110. Снова 110 можно разбить. Получаем 380 на 100, это будет 38 тысяч. И плюс 3800, если умножим на 10. Получаем. Значит, 38 тысяч плюс 3800. Тридцать восемь плюс 3 – 41 тысяча. 800. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!